Ferisco. Там можно зайти. Давай вот за. Ребенок запустил, а вы не можете. О, сейчас пойдет. Пошел, он уже это. Ну, сейчас. Бери. И селекция. Там группа встала. Стволь воздушный. Забирай, слабый. Стой. Радиолюбитель из Харькова, я думал, что он с Дальнего Востока, потому что у Аноли Львы. Так вот, он мне рассказал историю, что в молодости на коллективной радиостанции включили они мощный усилитель к своему трансиверу. Что-то у них там не ладилось, надо было настраивать, он настраивает, а конечный каскад, две лампы пушкуем. Да, аноды стали краснеть, он снял питание, а аноды становятся все краснее и краснее. Стрелки легли до упора на усилителе мощности. Моща прет. Он питание снял. То есть моща прет обратно, из эфира выходит. Да. В панике он отсоединил антенну, и все пропало. Аноды остыли, фокус кончился. Он сам не знает, что это такое. Но потом его потянуло на вот всякие гипотезы о том, что можно энергию из вакуума черпать. Да. То, что у нас комитет по лженауке называют сейчас лженаукой и лжеучёными. Ну, вот таков мой конец рассказа. Благодарю за внимание. Спасибо. Приехали из Ростова-Великого Ярославской области. Вот. Маленькая часть молодежной радиостанции R3 МАИ, недавно образованной, мы, наверное, год только что работаем, мы уже участвуем в соревнованиях, вот, занимаем там места, ребятишкам нравится, да, вот в ПСК тесте 10-е место заняли, так что работаем. Молодцы, молодцы. Он чуть не из посылочного ящика, в нем был динамик. А у меня с собой для этой геофизики была коробочка с деталями, паяльничек и все. И вот пока мы пехали вокруг Японии, я думаю, надо хоть японцев послушать. А на что послушать? Я на 4 транзисторах слепил приемник прямого усиления, динамик есть, подключил, проблема антенны. Характер железный, кают тоже железный, иллюминатор, правда, квадратный. Смотрел, иллюминатор выходит под днище шлюпки. Смотрел с палубы,
над шлюпкой там дальше пароходная труба. Ну, есть вариант проводочек кинуть вокруг шлюпки и пароходной трубе, там скобки есть, залезть. Рискну. Провел проводок туда, привязал к скобке, скоб залез. Но совесть меня гложет. Встретил на палубе боцмана, спрашиваю, ничего я вот вокруг шлюпки и вон к трубе проводок привязал. Боцман был мужик очень обстоятельный. Он перво-наперво стрельнул у меня сигаретку, закурил, плюнул на палубу, паузу, да, растер ногой, посмотрел на меня с иронией и жалостью и изрек. Тут лебедки бесхозные на палубе валяются, а ты со своим проводочком. И ушел. Передают утреннюю гимнастику. Это так давным-давно, вот вы, наверное, помните, у нас по радио передавали. И они передают ее, естественно, на японском языке, но точно так же под рояль. Мы с Витькой, кто первый проснется, первым делом включали этот приемник, он на столе. Начиналась утренняя гимнастика, но по-японски. А это выглядело так, под рояль. Сики-яку, сики-коку, сики-яку, сики-коку. У нас сводило животы от смеха. И 10 минут этой утренней гимнастики пробуждали нас окончательно. Мы вставали и шли в кают-компанию завтракать. В один прекрасный день, еще недалеко от острова Хоккайдо, включаю свой приемник, и абсолютная тишина. Ну, я думаю, что-нибудь отвалилось. Слез с койки, стал смотреть, нет, все на месте. Витька плюнул, говорит, ну сегодня без утренней гимнастики, пошел в кают-компанию. Попил чайку, а я все в приемнике ковыряюсь. Что ж там отвалилось, когда ничего не отвалилось? Вот, Витька приходит и говорит, слушай, там ребята тебя просят в кают-компании большой приемник посмотреть. Там то ли Беларусь, то ли мир стоял, ламповый такой агрегат. Тоже не работает, да? Тоже не работает. Тут я что-то заподозрил. Иду в кают-компанию, ткнул этот приемник, чувствую, шум эфира есть, а станции нету. Ни одной. Ну, думаю, дела. Приемник-то работает. Ну, попил чайку, а там завтрак, белый хлеб, чай, сахар, сколько хочешь. Так у них заведено. Зато обед очень рано. Вот, иду к радистам, потому что надо выяснить это дело. А радисты меня уже уважали, потому что как-то в начале рейса мы поговорили, и они пожаловались, что у них не работает УКВ-станция, не могут связаться с судами. Я говорю, ну давайте я посмотрю. Достал неоновую лампочку из своего запаса, включил эту УКВ-станцию, 172 что ли, мегагерц, там морской диапазон. Потыкал в контура, в задающем светится, дальше нет. Ну, принес отверточку, контура по неонке поднастроил, всех делов на 10 минут. Там на горизонте шел какой-то сухогруз, говорю, ребят, ну позовите его. Они позвали сухогруз отверточку, зауважали меня, значит, бесконечно. Свой товарищ, да? Да. Ну, поэтому я к ним иду, значит, и говорю, ребят, вот такое дело, станции-то пропали. Не работают приемники ни у меня, ни в кают-компании. Они говорят, ну вот включай большой корабельный, главный, смотри, чего там. То есть доверие полное. Я все просмотрел, оказывается, Хабаровск работает станция, принимается в режиме телеграфа. 2-3 балла несущие, вот так слышно, и все. Этот Якутск не принимается вообще. Петропавловск-Камчатский тоже где-то 3-4 балла. И все. Все средние и длинные волны.
Значит, начиналось прохождение где-то около 4 МГц, там в диапазоне 75 метров. Рок-музыку передавали с американской базы остров Гуам. Вот она проходила отлично. И дальше короткие волны, как будто ничего не было. А вот длинные и средние как отрезали. Спрашиваю радистов, что за явление такое? Они говорят, ну это ж Курилы, тут это нормально. Время от времени случается. Вот все, что я могу узнать, ну, такое вот явление было, поглощение ближних.